В Твери будет установлен памятник народному художнику СССР Ефрему Зверькову. Соответствующее решение было принято депутатами Тверской городской думы. Кроме того, народные избранники одобрили выделение дополнительных средств на решение актуальных проблем регионального центра, в числе которых приведение в порядок объектов образования и коммунальных систем города. Повестка дня внеочередного заседания городского парламента включала в себя всего два вопроса. Первый касался вносимых в муниципальный бюджет изменений. Так, в сфере образования и экономии по итогам проведения конкурсных процедур и свободные остатки бюджетных ассигнований составили в общей сложности 5 миллионов 600 тысяч рублей. Эти деньги решением депутатов Тверской городской думы будут направлены на проведение капитального ремонта кровли детского сада номер 163 в Московском районе. Этот вопрос давно поднимался депутатами, еще в прошлом году. И кровлю необходимо ремонтировать. Подготовить детский сад надо к сезону. Мы понимаем, он очень нужен для наших маленьких жителей. Поэтому вот перераспределение этих средств в ремонт детского сада. Еще одним объектом Твери, на приведение в порядок которого будут выделены дополнительные средства, досуговый центр «Истоки» в Заволжском районе города. Планируется, что здесь также будет выполнен ремонт кровли и обустроена вентиляция. Кроме того, народные избранники одобрили выделение денег на улучшение коммунальных систем города. Ожидается, что сумма в размере 5,9 миллионов будет направлена на актуализацию системы водоснабжения и водоотведения. 3,5 миллиона – схемы теплоснабжения. Также на 3,6 миллиона будут увеличены расходы на капитальный ремонт тепловых сетей. В список попало 85 участков общей протяженностью более 6 километров. Как подчеркнул председатель муниципального парламента Евгений Пичуев, работы должны завершиться в ближайшее время. Практически по всем направлениям жилищно-коммунального хозяйства у нас идут передвижки в дополнение к увеличению объемов ремонтных работ и выполнению вот тех задач, которые необходимо провести к началу вот осенне-зимнего периода. Также депутаты одобрили выделение средств на строительство газовой котельной на улице Левитана. Объект обеспечит теплом строящиеся в микрорайоне Южный новую школу и детский сад. В текущем году запланированы проектные работы на условиях софинансирования с регионом. Вторым вопросом была рассмотрена инициатива по установке памятника народному художнику СССР Ефрему Зверькову. Народные избранники согласовали его установку в сквере между двумя учебными корпусами Тверского госуниверситета на Студенческом переулке. Отметим, что возведение памятника городской казне не будет стоить ничего. Все затраты на его проектировку, создание и установку возьмет на себя вдова живописца.